И, ребята, у нас вторая оценка домов. Всем привет! Сегодня с вами папа дочки и наши подписчики-дизайнеры, у которых было всего 6 дней, чтобы собраться в команду, купить дом, накопить денег на ремонт и сделать его, и пройти отбор в участие в дома оценки. Я могу сказать, что практически все прошли, поэтому у нас несколько видео по оценке домов многоэтажек. Такое задание придумал только я, ни у кого еще такого нету. И вот эти ребята — это те, кто участвует, те, кто старался всю неделю что-то строили. Ну что ж, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что будут еще оценки домов. Это еще не последнее. Что ж, посмотрим, какие там будут дизайны, что ребята придумали. И, может быть, какую-нибудь идею вы возьмете для себя. Ну что ж, а мы начинаем оценивать первый дом. Начнем вот здесь. Вот здесь вся команда собралась, и мы заходим. И какая же нас встречает прихожая. Смотрите, здесь деревья с золотыми яблоками, красными светящимися яблоками, шарики, все празднично. Здесь рояльчик за стеклом стоит, там что-то, наверное, концерт кто-то встречает. Прикольно, пойдемте дальше, посмотрим, что внизу, что ребята сделали здесь, чуть ниже. Оу. А у меня для тебя челлендж. Подпишись на канал и поставь лайк за 5 секунд для того, чтобы у тебя тоже был шанс попасть на оценку домов. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Молодец. Пляж, бумбокс поставили, кита, конечно, кит, у которого фонтан. Это я еще, кстати, не видел, оригинально придумано. Здесь музончик рубит, здесь кораблик, смотрите, с пропеллером. Здесь даже, смотрите, ребят, что придумали. Смотрите, что здесь придумали наши дизайнеры. Они вот сделали вот такую вот осьминожищу какую-то там. А что-то под водой еще есть, я что-то увидел, смотрите. Холодос здесь под водой. Клад, сейчас что-нибудь стащу, ладно, не буду. Жемчужина. Украсили, в общем, украсили. Выплываем и смотрим, что здесь еще у нас. Что здесь еще. И здесь бар. Ребята, построенный бар, где можно посидеть, там взять что-нибудь там попить. Сок, коктейльчик, смузи. И отдохнуть. Отлично, идемте дальше. И мы перемещаемся на первый этаж, в первую комнату. Ну, это снеговик какой-то. Это не я, это не я. Посмотрим здесь, так, небольшой столик, где посидеть. Во, смотрю, у них уже, смотрите, переговоры, что-то обсуждают. Наверное, у меня что-то попа грязная. Нет, нет, вроде чистая, ладно. О, пицца, вон там пицца приготовлена. Отлично, здесь готовят. О, жареная, отлично, меня даже покормили. Супер. Здесь вот начиночка стоит на полочках, диванчик, где посидели, покушали. И идемте дальше. Метод правой руки, как обычно. Заходим сюда. Здесь телевизорик. Забираемся сюда. Здесь, здесь кроваточки и почитать книжечку. Я, конечно, здесь стены еще как-нибудь украсил. Ну ладно. Здесь вот диванчик. Отдохнули, посмотрели, поиграли в компьютер, если что. Заходим сюда. И здесь, смотрите, какая ванная зеркальная такая. Классная ванна такая. Так, а я не понял, вот мальчик, ты чего сюда зашел? Тут девочка в ванне вообще-то раздетая, уходим. Ну, вообще классная ванна, пойдемте дальше. Мы вот сюда еще не зашли, да, здесь чисто ванну сделали. Посмотрим, какая ванна, вот так вот сделали. Вот так, вот так, вот так вот, здесь туалетик поставили. Здесь светильничек, отлично, пойдемте дальше. И, по-моему, здесь мы посмотрели и отправляемся на следующий этаж. Что же у нас? О, заметьте, тоже здесь вот такие коврики постелили. Там был черный цвет, здесь голубенький. Это оригинальное решение, оно мне нравится. А здесь еще, смотрите, ребят, бордюрчик вот так вот. Да, это хорошая идея для дома. Бордюрчик сквозь деревья. Очень классно получается. И не упадешь. И красиво. Мне нравится. Вот, ребят, вот эта идея очень прикольная. Заходим сюда. И здесь у нас... здесь у нас просто комната, да? Посмотрим. Здесь, значит, как бы небольшая кухонка. Перекусили. Здесь вот посидели. Светильничек. Хорошо.
телевизор. Здесь для питомчиков. Отлично. Зайдемте дальше сюда. Здесь просторная комнатка. Ну, вот это неплохо смотрится комната. Всего немножечко, но смотрится так неплохо. Заходим сюда. И здесь тоже отдельная комната. Так, здесь чья-то комната и здесь. А, нет, здесь как бы спальня получается. А здесь у нас и поспать, и рабочее место. Или играть в компьютер. Понял. Идемте дальше. Что у нас здесь? А, здесь у них дискотека! Здесь они отрываются по полной программе после ремонта. Здесь отдельный домик, чисто отдохнуть. Ну, я думаю, вряд ли здесь поспишь, когда музыка долбит со всех сторон. Зайдемте, да, о, девочки отжигают, смотрите, вот зажигают две девчонки. Заходим сюда, и здесь тоже комната. Ну, тоже вряд ли поспишь спокойно. Очень шумно будет. Выходим и отправляемся в следующую комнату методом правой руки. Посмотрим здесь. Здесь у нас, ага, гардеробчик, отдельно переодеться. Здесь вот, смотрите, здесь вот так вот они садятся и красятся, красятся такие. Хоп, чего, смотрите, как она себе губы черным цветом обвела. Молодец какая. Заходим сюда, здесь ванна и диванчики. Или нет, диван, ванна, а что это такое интересно? Вот эти полочки или что это такое? Интересно, а что это значит? Ну, джакузи понятно, что это такое. А вот эти вот непонятно. Вот это понятно, это непонятно. Что-то мне непонятно, но что-то понятно. Выходим сюда. И, по-моему, здесь мы все посмотрели. Отправляемся на этаж выше. И здесь тоже они делают вот такой бордюрчик. Мне нравится. Вот, вот такой бордюрчик классный. Заходим сюда. И здесь шкафчики какие-то. Ага. Библиотека, ребята. Это библиотека. Отлично. Здесь, значит, приемная, да, мы берем книжечку, регистрируемся, или это компьютерный класс. Здорово, вот эта мне комната нравится. Здесь тоже как бы отдельная комната, где можно посидеть, почитать, либо за столиком посидеть, почитать. Да, это получается этаж знаний, этаж библиотеки, а здесь сидит директор библиотеки. Все, я раскусил тайну этого дома, этого этажа. Мне нравится, как ребята здесь сделали. Мы отправляемся на следующий этаж. Здесь меня встречает Маргоша, но это фейк. Фейк. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. На последнем этаже. И вижу, там вроде секретка. А здесь чисто съемки. Здесь, например, питомчиков снимают. Смотрите, да, такая как бы декорация. Здесь пальмочка или какая-то фотосессия происходит. Здесь переодеться можно. Идем, да, сейчас всю комнату посмотрим. Вот здесь рабочее место, здесь рабочее. То есть несколько блогеров одновременно могут работать, снимать видосики. Водопадик радужный. Заходим, здесь кладовка. Ну, короче, здесь понакидали всякий хлам. Всякий хлам понакидали, он валяется. Переходим сюда, что у нас тут. Кроваточка и непонятно, зачем вот эту штуку здесь воткнули. Ну, для чего-то, видимо, надо. О, Микки Маус или мышка, короче, такая, смотрите, у нее глаза такие торчат. Посмотрим, что у нас находится здесь. И здесь у нас, о, тоже библиотека. Наверное, ребята очень любят учиться, читать книжки. Молодцы, не проводят тысячи лет в своих гаджетах. Так, а сюда мы заглядывали? Да, сюда мы заглядывали. Все, отлично. И я думаю, надо идти в секретку. Тут у них диванчик торчит. Вот, все, отправляемся в секретную комнату. Пэмс, пэмс, пэмс. Смотрите, тут аж лифт по сидушкам. Я торчу и... Ой, 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 ой. Все, я выпрыгнул, ребят, все, я фух, выбрался. Интересно, что же там? Сейчас мы выходим, вот так аккуратно выходим. Вау! Кричит мой персонаж, но, правда, я еще не вижу, что там происходит. Поворачиваюсь и... Так, это, по-моему, какая-то гигантская нога, ребята. Зеленая, может быть, это гигантская лягушка. Давайте посмотрим, что там. Смотрим вверх и... Ба-бам! Это, ребята, папа дочки! Большой папа дочки! Это не лягушка, это я. О, молодцы, ребята, сделали мою статую. Мне, кстати, нравится, что вот в последнее время стали вот такие большие какие-то конструкции делать. Это очень круто. А это лифт! Вот, теперь снаружи я вижу, что это такое. Это лифт.
И, ребят, пришло время дарить подарки. Вот, вот этот маленький человечек, это лидер команды, сейчас мы ему отдадим, а он потом распределит среди всех участников подарочки. Вот такие подарки мы подарили. Вот такие. И вот такие. И лидер распределит между всей командой подарочки. Ребята, мы отправляемся смотреть следующий дом. И вот следующий дом. Заходим. Интересно, он такой черный внутри. Он тоже такой мрачный или нет? Сейчас мы узнаем. А нет, смотрите, здесь все в красных тонах. Все такое красное. Заходим сюда, смотрим, а здесь у нас сразу съемочная площадка. Все такое красное, здесь два рояля есть. И в первую очередь мы, конечно же, спускаемся в подвал. И, оу, что мы видим, смотрите, здесь дочка Ариша, дочка Маргарита и папа дочки нас тут забацали. Внизу сделали вот такую, типа, танцевальную площадку, а что там еще внутри? А, смотрите. Подводный кинотеатр. Вот так сидеть и смотреть под водой. И пончики есть под водой. Оригинально, они же размокли. Тесто превратились. А нам поднимаемся и смотрим. Здесь вот горочка водная. Ух! Понятно, но здесь все так вот сделали простенько, сильно не обустроено. А хотя нет, что это говорю? Что это говорю? Смотрите, а вон туда, как попасть? Что там у нас? Что у нас там? Там, наверное, что-то недостроенное. Сейчас я быстренько взлетаю и посмотрим, что у нас тут. Заходим сюда, заходим вот сюда. Такой лабиринтик. Здесь комнатка, деревце, шкафчик. Заходим сюда. И здесь, походу, еще что-то недостроено. Ладно, мы отправляемся дальше. Перемещаемся на первый этаж, смотрим, что у нас здесь. О, здесь у нас лес, ребята. Пальмы посажены, стульчик с пончиками, здесь вазочки. Интересно, что девочки здесь задумали, непонятно, но идем дальше. Здесь у нас питомец прозрачный, чисто такой, мышка. И все, больше ничего в этой комнате нету. Здесь у нас что? Ага, здесь уже есть какое-то обустройство. Комнатка, отлично, красный, все в красных тонах, ребят. Здесь красный бассейн, как будто кровь. Ого. Здесь туалетик. Хорошо. Посмотрим, что у нас. А, так. Мы здесь прошли, посмотрели. Здесь посмотрели. И отправляемся на следующий этаж. Заходим сюда. И здесь у нас дискотека. Все так просто. Вот, смотрите. Это какой-то питомчик такой сидит. Классно. Небольшое рабочее место. Здесь посидеть, телевизор посмотреть. Здесь микрофон и сниматься. Ну, что-то ни камеры, ничего нет, ни освещения. Странно. Ну ладно, пойдем дальше. А, здесь у нас бассейн. Ну, ванну принять. Отлично. На следующем этаже у нас тоже библиотека. Сейчас библиотеки очень популярны. Здесь посидеть, почитать. Здесь посидеть, почитать. Смотрите, тут прям окна на улицу. Ох, красиво как. А, здесь у нас такой небольшой бар. Покушать, сделать пончики. Еще один прозрачный питомчик. Заходим в комнату. Ой, это не комната. Заходим в комнату. О, тут закрыто. Ребят, здесь не пройти. Так, откроем дверь, заглянем. Все, эту комнату забаррикадировали. Там что-то скрыто от всех. Поднимаемся выше. Здесь у нас вот такие вот еще питомчик. В общем, здесь команде понравилось сделать каких-то прозрачных питомчиков. Смотрим, здесь вот такой шкафчик, такие деревца. Тоже здесь поиграть. Заходим сюда. О, комнатка. Немножко так тут поставлено, тут поставлено. Посмотрели. И отправляемся дальше. Здесь у нас ванна, туалет. Так, индивидуально ванна, туалет. Пойдемте на следующий этаж. И здесь просторно. О, это я себя узнал. Здесь аквариум. Порожек такой.
здесь вот посидеть, поиграть в компьютер, посмотрите, камин, ребята с вытяжкой, смотрите, вытяжка, вот это правильно, когда у камина делают вытяжку. А, здесь у нас небольшая сценка, петь, отлично. Перейдем сюда, здесь, о, как-то здесь пустовато. Посмотрим, что здесь. Здесь попрыгаю. Пяу, пяу, пяу. Тоже немножко пустовато выглядит все. И вот еще одна комнатка. Тоже в красных тонах. Все в красных тонах. Дом весь в красных тонах. Здесь шкафчики, полочки. Отлично. И здесь совсем прям что-то пусто. Переходим вот сюда. И, а, я все уже посмотрел, идем на следующий этаж. А, не идем на следующий этаж. У этих девочек дом был немножко пустой, немножко что-то они сделали, что-то нет. Поэтому мы подарим девочкам вот такие призы, чтобы у них было весело, могли в любом месте сделать весело. Сейчас примет. И вот такие призы мне еще взамен дали питомчика. И, ребята, вот подошла к концу вторая серия оценок многоэтажек. Мы оценили вот этот черный дом и вот этот вот светленький домик. Тоже мы оценили. Напишите в комментариях, может быть, даже я сделаю голосование, какой дом вам понравился больше. И не пропустите, ребята, обязательно будет еще оценки домов многоэтажек, потому что было много участников, и мы обязательно всех их посмотрим. А сегодня с вами был канал Папа Дочки и наши подписчики. Всем пока!